Мы каждый день интересуемся новостями. Людей все больше влекут загадки космоса и Вселенной. Мы хотим наконец-то докопаться до истины. Ученые подарили человечеству массу открытий и изобретений. Но это никак не приблизило нас к разгадкам тайн космоса. Мы имеем дело пока лишь со множеством версий и теорий. Возможно, когда-нибудь мы сможем приоткрыть завесу тайн Вселенной. А пока разберемся с наиболее удивительными загадками. Первое. Взрывы звезд. Ученым практически ничего не известно об этом процессе. Лишь тот факт, что взрыв происходит тогда, когда топливо в звездах заканчивается, и все ядерные процессы прекращаются. Второе. Темная энергия и темная материя. Согласно теориям ученых, Вселенная почти на 75% состоит из темной энергии, влияющей на расширение пространства. Остальные 25% занимает темная материя. Эта материя не имеет электромагнитного излучения. Разгадка тайны темной материи поможет ученым понять ее влияние на другие объекты в космосе и ее роль во Вселенной. Третье. Солнечная корона. Солнечной короной называют верхние слои Солнца. Температура здесь свыше 6 миллионов градусов Цельсия. Загадкой остается тот факт, как же Солнце поддерживает такую температуру миллионы лет. Четвертое. Ось вращения Урана. Большинство планет имеет вертикальную ось вращения. Уран же имеет ось практически горизонтальную и находится относительно орбиты на 98 градусов. Пока ученые не могут понять причину такого расположения оси. Пятое. Высокоэнергетические лучи. Никакими законами физики невозможно объяснить эти лучи. Неизвестны причины и природа их возникновения. Энергетическая мощь частиц этих лучей в 100 миллионов раз выше энергии частиц, которые были воссозданы экспериментально. Шестая. Появление галактики. Теорий и догадок о том, как появились планеты и звезды, довольно много. Но никто точно так и не смог объяснить образование галактики. Седьмая. Длительная буря на Юпитере. Уже более 400 лет на Юпитере бушует шторм, который по своим размерам в 3 раза больше, чем размеры Земли. Ученые всего мира не могут понять и объяснить причину этого длительного явления. Восьмая. Планеты по типу Земли. Ученые смогли найти всего лишь несколько планет, похожих на нашу, на которых возможна жизнь. Но пока это всего лишь теории, и есть ли жизнь на других планетах, нам пока неизвестно. Девятое. Пришельцы и НЛО. Существует множество различных историй по всему миру о том, как люди видели или даже контактировали с пришельцами. Подтвержденных данных таких контактов нет, поэтому многие люди считают, что правители всего мира скрывают от обычных людей любую информацию о существовании и контактах с внеземными цивилизациями. Десятое. Полюса Солнца. Ученые так и не смогли объяснить тот факт, что температура южного полюса Солнца совсем не такая, как температура северного. Быть может, в скором времени мы все же сможем приблизиться к разгадкам тайн и загадок космоса. А пока мы можем лишь соглашаться или не соглашаться с теориями ученых всего мира.